Уважаемые телезрители, приветствуем вас на нашем канале. Вы перед собой видите, чем мы занимаемся. Ага. У нас появилось с Димой общее хобби. Мы играем в шарики. Мы сейчас выглядим не очень по-домашнему. У нас сейчас день Валюшек. Мы... Я болею. Да, Дима болеет, заболел. Вот. И мне на работу только 6 числа. Вот. И мы залипли в эту игру с шариками. Вот. И мы играем, наслаждаемся свободным временем. То Дима играет, то я. Друг друга подстегиваем, друг друга дразним. Кстати, она не такая банальная, как может показаться. Вот. Я успокаиваю себя, что таким образом мы развиваем умственные способности. Как ты думаешь, Дим? Да, мы проводим вместе время. Мы проводим вместе время. Так что вот такие у нас иногда повалюшки. Но мы, кстати, еще первый раз за жизнь играем совместно в какую-то компьютерную игру. А, нет, мы играли до этого, кто умный или что-то там, правильные ответы надо было выбирать. И мы, ну, она быстро как-то от нее устали, зато от шариков не так устали. Вот, ну, ладненько, Дима сейчас... решает, как он себя чувствует. Вот. Но я думаю, что еще день-два ему надо отлежаться, потому что как-то плоховато себя чувствует. Графика у них еще так и не обещали, одни обещания, короче. Вот. Так что такие вот дела. Зарплату задерживают. А мы пока расслабляемся. Вот. Надо как-то это иногда себе давать отдых мозгам. Ну все. До новых встреч. Если что-то будет интересное, сниму. А, кстати, Дим, хотела вопрос тебе задать. Я хочу ролик снять про проблемы в семейной жизни. Плюсы и минусы семейной жизни. С тобой совместный ролик сесть. Ну, на серьезную тему поговорить. Я выписала плюсы и минусы. Ты готов по 5 плюсов и минусов? Ну, не сегодня. И не сегодня? Сейчас. Не Нет. сейчас? Ну, ты посидишь со мной, поговоришь? Ну, когда-нибудь поговорю. Никогда-нибудь, а завтра. Нет, завтра тоже нет. Ну, то есть, пока ты не выздоровеешь, не будем, да? Да, не лезьте. Ладно. Все, Дима, выздоравливай. Все тебе желают здоровья. Все. Вот, все. Пока-пока. Ну, делай. Так, звезду. Звезда такая. Угу. Ну, она потом появится. Вот есть... Ну, да. Бомбу думай. Бомбу уничтожь. Зелененькая, она красненькая. Угу. Синюю бомбу уничтожь. Теперь уничтожай. Угу. Теперь красную бомбу надо. А теперь смотри, я думаю, что зеленую можно или сесть. Их много на этом, что-нибудь изменится. Угу. Нет, зеленых мало больше. Синих. Смотри, синих сколько убивается, а зеленых только сверху. Давай, ну, вот их ебанем. Ну давай. Еще одна звезда. Можно фиолетовую съесть. Ешь фиолетовую звездой. Ешь, они как раз подо льдом. Нет, красной нету льдинках, а это фиолетовая льдинка. Это мы, короче, рассуждаем, как играть, стратегия целая. Тут вдвоем решаем, как играть в игру. Так что у нас все по-серьезному.
Мы как это, чемпионат проходим. Бомбу уничтожай, дай золотую. О, у тебя 3 всего лишь осталось. Классно. А подожди, класс, у тебя тоже было 3. Бомбу зеленую уничтожь наверху. Мы тут как целый чемпионат разрабатываем. У нас все серьезному. Так. Надо песок. Бомба. Бомба, это понятно. Надо песок. Да, песок, конечно, это... Пупсик. Так, что бах. А теперь вот так. Молодец. Да, вот тут. Теперь бомбу уничтожь, фиолетовую наверх подними вместо зеленого. И песок уничтожится. Нет. А, ну давай туда, да, песок. Зеленый вниз. Сюда, да. Теперь голубую. Голубую к песку. Вместо зеленого. Сюда? Нет. Наоборот. Сюда. И бомбу уничтожь красную. 6 где. Теперь золотую наверх. Красную вниз вместо фиолетового. Знаешь плюсы семейной жизни? Нет. Ну скажи, пожалуйста. Ну за тобой идет один большой толстый плюсик. Дима, завтра будем снимать ролик «Плюсы и минусы семейной жизни». Наш личный опыт. Ты готов? Нет. Плюсы нет? Плюсов? Я не готов. Снимешься. Я болею. Выздоравливай.